В Нарьян-Маре стартовали мероприятия, приуроченные 90-летию системы образования в Ненецком округе. В течение 3 дней представители профильного департамента и руководители всех образовательных учреждений региона обсудят актуальные вопросы развития образования. Мероприятия, приуроченные 90-летию системы образования Ненецкого округа, начались с расширенного совещания руководителей всех образовательных организаций региона. Работа совещания организована по ключевым направлениям деятельности данных учреждений. Это и какие-то стратегические задачи для в образовательном воспитательном процессе. Это национальный проект образования, который мы сейчас в нем работаем. Очень много вопросов, которые мы обсуждаем и с коллегами, и с департаментом, для того, чтобы все-таки эффективность наших учреждений повышалась. И мы были в курсе всех современных тенденций. На совещании также обсудили дальнейшее развитие системы образования в регионе, в том числе и будущее трудоустройства студентов средних учебных заведений Нарьян-Мара. Самое актуальное – это какие специальности актуальны сегодня в округе, в чем и в каких профессиях сегодня нуждается округ, и что мы будем брать на следующий год, каким образом мы будем развивать дальнейшие world skills, и как мы будем проводить демонстрационный экзамен, какие формы, по каким направлениям. Это, наверное, основные вопросы, которые мы сегодня решаем. И не менее актуальный для нас вопрос – это куда пойдут потом работать наши выпускники, потому что насколько они сегодня востребованы. Кроме этого, в течение 2 дней для руководителей образовательных организаций округа пройдут семинары-тренинги. Один из них – высокоэффективный руководитель, новый уровень лидерства и управления. Главное – это то, как мы смотрим, как мы желаем измениться, что мы хотим изменить. То есть все зависит от нас с вами. От нас с вами зависит, будут ли наши дети дальше востребованы, вернутся ли они, реализуют они себя в жизни. То есть все эти составляющие есть, начиная не только от образования, но еще и воспитания. Поэтому те посылы, которые тоже сегодня прозвучат, то есть и коллеги, которые спикеры выступят, это основные задачи, это государственные задачи, которые перед нами с вами стоят. Завершится цикл мероприятий, приуроченных ко дню 90-летия системы образования в Ненецком округе, праздничным концертом, посвященным Дню учителя. Александра Литкова, Вадим Стасюк, телеканал «Север».